Минобороны России передала в Пентагон свои предложения по полетам над Сирией по дипломатическим каналам. Напрямую обсудить этот проект соглашения военные двух стран рассчитывают сегодня на очередной, уже третий по счету видеоконференции. Дискуссию об организации безопасной работы авиации в сирийском небе оба ведомства начали почти сразу после того, как наши ВВС включились в антитеррористическую операцию. В российском министерстве заявили, что окончательный вариант соглашения нужно выработать как можно скорее. Буквально на днях борт нашей авиагруппировки в Сирии и боевой самолет Соединенных Штатов оказались в зоне прямой видимости. По военным меркам это очень опасное сближение. Пилоты повели себя в соответствии с профессиональным кодексом, и никаких проблем не возникло. Чтобы их не было и в будущем, Минобороны и Пентагон, собственно, и готовят соответствующий договор.